Эта профессия чабан сохранилась до наших дней, со времен первобытного общества. И нет оснований предполагать, что 20 век не передаст ее в следующее, 21 столетие. Бесспорно, время вносит в этот промысел свои коррективы. Многое делается для того, чтобы приблизить к чабану достижение современной цивилизации. На каких-то участках вековая тропа выходит то на асфальтовое шоссе, то на железную дорогу. Сегодня чабан не просто пастух. Его жизнь наполнилась новым содержанием. И все же каждому идущему этой тропой достается свой фунт лиха. Урочище Кокджай в горах восточного Прииск-Кулья. Июль. На часах 16:30. Это утро, день и вечер. Мы проведем на летнем пастбище вместе с семьей Ташина Усабакунова и его жены Шерипы, работающих в колхозе «Коммунизм» Джеты Огусского района. Вот Шерипа, хозяйка чабанского стойбища. Она поднимается раньше всех, чтобы растопить очаг и дать жизнь новому дню. Кажется, время замедляет свой бег над Кокджаем, и в народившейся за ночь свежести ощутим запах следов, оставленных 1000 лет назад. Не правда ли, эта юрта напоминает ковчег? Ковчег, причаливший к зеленым отрогам Тяньшаня. Thank you.
Неужели где-то есть города, где жилище человека кичится стеклом и бетоном? Неужели изобретен нивелир? И разве уже появились дети, которые не умеют ходить босиком? Традиционный утренний чай. Почти вся семья в сборе. Баклин, Эркенбек, Сайрыгуль, Нурбек, Айнур, Клыч, Руслан, Радик. 8 детей. Благословит судьба, будет больше. Это и завтрак, и нечто вроде планерки. Очень важный момент воспитания. У каждого из детей свой круг домашних обязанностей. Их выполняют без понуканий, просто и естественно, как дело само собой разумеющееся. Такова семейная педагогика, порождение уклада и образа жизни. Юрта. Мудрое изобретение древних кочевников. Все просто в этом легком строении из сборных, как теперь говорят, конструкций. Каркас, плетеный из гибких и прочных веток. Кормилица скотовода овца дала ему и прекрасный строительный материал – войлок. В юрте нет перегородок. Все пространство ее служит то спальней, то гостиной, то столовой. Вместе с тем традиции определили в ней мужскую половину для ружья, патронташа, камчи и женскую для кухонной утвари и тысячи других хозяйственных мелочей. Весь дом со скарбом умещается на горбу верблюда. Джай был издавна облюбован скотоводами. Наши далекие предки приручали здесь лошадей, пасли овец, охотились и поклонялись богам, от которых так много зависело. Свой Кокджай есть в жизни каждого чабана. Он греет его в стылом неуюте зимовья, светит бессонными ночами расплодный. Он дает силы, когда надо подняться на перевал, когда надо терпеть кочевье. Не будь Кокджая, кто знает, стало бы пастушество для Ташина и Шерипы делом жизни. Наверное, это было бы только работой, не больше. И детям они передали Кокджай зеленый солнечный мир. Надолго ли хватит его? Кому-то на время, кому-то навсегда. Спустя годы он сожмется в маленький пучок света на самом глубоком донышке памяти. Одна из прелестей летнего Джайлоу – кумыс. Вы видите таинство рождения сабы, кожаного сосуда для его изготовления. Саба делается из лошадиной шкуры, прокопченной вот таким образом в дыму. А это чаначи, бурдюки из козлиных шкур для перевозки кумыса. Конечно, есть фляги, бидоны, но чанач несравненно лучше хранит напиток, ведь он роднее его природе.
Кокджай. Это ведь детство или его пароль, кочующий из поколения в поколение. Ну что ж, скажет иной, это прекрасно, детство. Но не пора ли мужчиной стать? Кокджай не только колыбель, это пастбище. Уже есть планы. Будут Кокджай преображать, делать из него культурное пастбище, огораживать, разбивать на загоны, ставить на индустриальные рельсы. В горах Ташин познакомился с археологами. Они ведут раскопки, ищут стоянки древних скотоводов. Ташин и сам не раз встречал на камнях такие рисунки. Ученые снимают копии с наскальных изображений. Хотят закончить работу, пока бульдозеры не пришли. Прощается с детством Кокджай. Колхоз «Победа» в Талаской долине.
Несколько лет назад мы сняли здесь фильм о проблемах новой организации труда, связанных с созданием овцеводческого комплекса на промышленной основе. Не все чабаны были довольны нововведениями. Это естественно. С одной стороны, комплекс круто повернул чабана к технике, к механизации, выбил его из привычной колеи. С другой стороны, не все ладно было на первых порах с организацией дела. Теперь экспериментальный период завершен. И вот опять встреча с героями нашего фильма. Торобек Сагымбаев. Тогда он был одним из самых активных противников комплекса. Его не устраивали новые критерии в оценке работы. Как видно, с комплексом он так и не поладил. Зимует особняком. В общем-то, овцам здесь неплохо. Кошара теплая, кормов в достатке. Ну а чабану? Что ж, у него был выбор. Да вот где у меня сидит этот комплекс. Режим, график. Туда не вступи, сюда не повернешь. Все по часам. А мне тесно. Мои часы. Вот они, солнце. Утро с вечером не перепутаю. Когда обед, тоже ясно. Час туда, час сюда. С баранами какая разница? У Атары своя скорость. Как 100 лет назад, так и сейчас. Из-за этого комплекса я ведь совсем из чабанов ушел. Целый год на разных работах в колхозе болтался. Опять жизни нет. У меня отец чабан, и дед чабан, и прадед чабан. А моя судьба тоже такая. Пришлось снова Атару просить. Только без этого комплекса. Все равно там все не помещается. Спасибо, правление. Пошли навстречу. А вот теперь на этом стойбище зимую. Сам себе голова. В этот день колхозные чабаны собрались в Доме культуры, чтобы обсудить социалистические обязательства. Какой должен быть приплод в отарах? Какие настриги шерсти? Вот очередной оратор называет свою цифру. 150 ягнят на каждую сотню овец отары. Это очень серьезное обязательство. 130. Цифра более скромная. Но тут объективные обстоятельства. Овцы еще молодые, как говорится, не достигли пика формы. Разговор принципиальный, каждого задевает за живое. Ну а наш старый знакомый Торобек, у него, как всегда, особое мнение. Овцеводческий комплекс. Он собрал вместе чабанов-одиночек с разбросанных по пастбищам стойбищ. Экономические преимущества новой организации бесспорны. Здесь выше производительность труда, меньше затраты кормов на единицу продукции, поэтому и сама продукция обходится дешевле.
Все делается по научной технологии. И чабанам значительно легче, удобнее работать. Они овладевают машинами, становятся механизаторами. Для молодежи это особенно привлекательно. Ну и, конечно, великое благо общения в большом коллективе. На комплексе многое сделано для улучшения бытовых условий жизни, для отдыха животноводов. Отпали заботы о кухне. В общежитии можно быть вместе. А можно и уединиться для чтения, для занятий. Вы посмотрели очередную передачу Ошского телевидения, посвященную труженикам сельского хозяйства. Конечно, у каждого в селе есть собственный дом, капитальный. Временное жилье близ фермы – производственная необходимость. Вот видите, кажется, все просто и ясно. Комплекс – это хорошо. Так что же тогда не устраивает Тарабека Сагымбаева? На собрании в Доме культуры он записал в обязательстве цифры, прямо скажем, далекие от рекордных. Чтобы выяснить его позицию, мы договорились об этой встрече. 7 рекорды сейчас подавай. Если рекорда нет, уже жена дуется. Дети косо смотрят. Прямо народный контроль. Говорят, что ты ленишься. А что такое лень? Это вопрос философский. Да тут мудрость простая. Пристроился к хвосту барана и шагай спокойно. Нервы до самой смерти крепкие, как аркан. Человек не машина. Там раз и переключил скорость. А у меня, например, коробка скоростей уже захрестевалась. Женой, правда, не совсем ладно. Доладила одно, возвращайся на комплекс. Видишь ли, там ей с другими женщинами можно посплетничать. То да все. Кто-то детям пианино купил, кто-то в Сочи на курорт ездил. Понаслушается и в дом меня несет на мою голову. До чего дошло? Если социальной обязательностью беру меньше, чем сосед, целый скандал. Чем, мол, хуже других? А здесь спокойно. Когда гора одна, она кажется высокой. Вот оказывается, что опасение затеряться в толпе. Это одна из новых проблем, которые порождает индустриализированный комплекс. И прежде чем отрезать, давайте примерим еще раз. Говорит секретарь паркома колхоза Сагын Буларкиев. Вы знаете, комплекс – это не только экономика, не только новая технология.
Это новая психологическая ситуация. Не каждый в ней чувствует себя уютно. Мир чабанской семьи здесь как бы раздвинулся. И в ней происходит переоценка ценностей. И то, что раньше казалось аксиомой, вдруг потребовало доказательств. Незыблемые устои, бесспорные истины стали рушиться под напором новых впечатлений, вопросов. Можно сказать так. Мы новое здание построили, а жить в нем только учимся. Землетрясение, бомбежка, Аил-Бейшеке миновали. Наводнение, вот что означают эти развалины. Аил-Бейшеке обречен стать дном крупного водохранилища. Скоро вода скроет то, что оставили люди, переселившись в новое село, построенное по типовому проекту. Активное участие в этих преобразованиях принял чабан колхоза Бейшеке, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР Базылбек Айтбаев. Eski sentirden canı sentirge elde götürüldüğü dizilgen... С тех пор, как приняли решение переселиться в новый поселок, житья нет от этих стариков. Предки, видишь ли, держат. Новые дома построили по чертежам, улица по линейке. Нет, подавай им старые мазанки. Тот за родник в огороде цепляется, тот за дерево, что дед посадил. Был бы я приезжий, легче говорить. А то у самого корни в этой земле. Вот ему все проще. Раз-два и отрубил. Молодой, горячий. Когда выбрали председателем сельсовета, девушки радовались. Видишь, красивый какой. Вместе с моим старшим школу окончил. А это ровесница Абдрашита. Уже свое дитё есть. После школы попросилась на ферму. Тоже буду чабаном, как вы в языке. И вот бросила отару. Не хочет ходить в ватных штанах, нюхать навоз. Думаете, говорит, ваш Абдрашит останется? Как бы не так. Вот еще и кольнуть надо. Вообще-то нам с женой грех жаловаться на детей. Десятеро их. И пока ни за кого не приходится краснеть перед людьми. Старший сын институт окончил, стал зоотехником. Так что, можно считать, не отклонился от отцовской линии. Две дочери в учителях. Физмат, не шутка. Остальные ребятишки еще школьники. Кроме Абдрашита. Вот с ним получилась закавыка. Думал, есть кому на старости передать отару. Перед уходом в армию так и решили. И вдруг в конце службы письмо. Хочу остаться на сверхсрочной. Буду прапорщиком. Кто знает, может, и не надо было поперек дороги ему становиться. Прапорщик так прапорщик. Женить бы его. Тогда другой разговор. Больше чабана в колхозе никто не зарабатывает. Вот так соберемся семьей. Рассказываю про старое житье-бытье. Что такое май-чирак, что такое джут. Вы тоже, наверное, не знаете. Чирак – это светильник из курдючного сала. Вроде свечки. Ну, а джут – совсем страшное дело. Массовый падеж скота от бескормицы. Как зима похолоднее, да снегу побольше, в марте жди джута.
Вот старики ворчат на меня за новый поселок, за водохранилище. Ты, мол, чабан, твоя забота – горы. Видать, и они про джут забывать стали. Водохранилище – это корма. А корма в нашем чабанском деле – вопрос вопросов. Тропа, тропиночка. Пока на дорогу вышли, много пришлось хлебнуть. Иногда глаза закроешь, вспомнишь, мороз по коже. Иногда. Чабан, что это? Судьба или профессия? Во времена моей молодости об отце и дедах не говорю. Такого вопроса не было. Испокон веков скотоводы. Тут судьба и профессия одно и то же. Для меня она оказалась счастливой. Ну, как теперь говорят, нашел призвание. Но разве о каждом из моих сверстников, кто как и я стал чабаном, можно сказать такое? Привела судьба в чабаны и убила конструктора, звездочета, какого-нибудь физика. По спискам чабанов, вон сколько в одной Киргизии, 1060, а настоящих, чтоб призвание было, кто знает. У молодежи теперь на пороге жизни совсем другая проблема. Выбор. Дорог много. Глаза разбегаются. Тут к судьбе и идешь с другого конца. От профессии. Согреешь любовью к делу, станет она судьбой? Нет. Останется просто ремеслом, службой, которую безо всякого сожаления можно променять на другую.
И все-таки хочется, чтобы был преемник из сыновей. Может, Асанбек? Парень вроде работящий, одного за нос не воротит. Так и Абдрашид в его возрасте был такой же. Хоть не загадывай. Иногда представляю себе Абдрашида в военной форме. Ладный, подтянутый. Может быть, и правда призвание его в военная служба. Сначала прапорщик, потом генерал. Вот бы было во имя разговору. А может, женить его? Пора уже. Эта бригада сделала знаменитым на всю страну маленький теньшанский аил Жанбулак. 4 года назад выпускники местной средней школы всем классом пришли на колхозную ферму, чтобы стать чабанами. Бригаде дали звучное название «Эдельвейс». Они говорят на представительных собраниях, пишут в газетах и журналах, и наши коллеги-кинематографисты уже сняли о ней фильм. Вот как раз кадры из этого фильма. Интересно, что изменилось с тех пор? А что осталось неизменным, неизмененным? Есть у нас и свои вопросы к ребятам. Валя, ты хотела быть чабаном? Нет. Я хотела быть врачом. А почему ты пошла в бригаду? Все пошли, и я тоже. Неудобно отказывать. Миша Коль, а ты что собираешься делать? Поеду поступать в институт по колхозной путевке. И стипендию будет платить колхоз. А если ты не поступишь? Ну что, вернись в бригаду. Ася, это фотография бригады? У нас состав каждый год меняется. Ребята в армию уходят. Вот Авазбек, Мухан, Рысбек. В институту поступает. Тамара в университете учится. Тухтолс в политехническом. Амара Мукуль в Москве, в высшей комсомольской школе. А это наша Атыпкидей. Вышла замуж, ушла из бригады. И Шайля ушла. Работает отдельным старшим чабаном. Она у нас и в бригаде была старший чабан. Но почему-то ушла из бригады. Все улыбаются, все хорошо. Но ведь никто не поверит, что нет скептиков. Ну, в самом деле, целый класс приходит на ферму. Порыв юности можно понять. Но все-таки не мешает поверить гармонию алгебры. Что думает, например, о бригаде колхозный бухгалтер Усубек Абдыкадыров? А, проходной двор. То в армию, то в институт. А какой профессии может идти речь? Мальчики, девочки играют в игрушки. А мы довольны. Бригада. Пока холостые, жмутся друг к дружке. А переженится, и конец коллективу. Совсем другие интересы. А из ваших детей никого нет в бригаде? Сын, как же отстать от моды? Как нам кажется, бухгалтер во многом прав. Во многом, но, видимо, не во всем. Что привлекает вас в бригаде? Вопрос ребятам. Я бы сам пошел чабаны. Без класса. Одному с отарой скучно. А мы здесь все вместе, нам веселее. Здесь мы все как настоящие взрослые.
Сами все решаем, сами все отвечаем за план, за работу, за хозяйство. Мы уже не просто мальчики и девочки. Здесь все свои ребята. Мы привыкли друг к другу. У нас коллектив. Ну, а сама работа? Не очень. А у тебя какие планы? Пора семью заводить. А здесь заработки маленькие. Придется попросить татару и уйти из бригады. Скучно, скучно, конечно. Лучше вы вместе. Вот появляются проблемы. С ними мы пришли к первому секретарю Нарынского обкома комсомола Канышай Саекбаевой. Формы организации работы в бригаде и оплата труда еще не упорядочены. Этот вопрос сейчас изучается, поскольку он волнует многих. У Эдельвейса немало последователей. Теперь у нас в области создано и действует больше десятка подобных бригад. Только в этом году остались работать в родных колхозах около 2000 выпускников сельских школ. И в этой связи возникло ряд острых проблем. Как сочетать интересы производства со стремлением ребят сохранить свои классные коллективы? А иначе ребята работать не соглашаются. Как обеспечить им хороший заработок, возможность социального роста, дать им хорошую работу? И мы, и колхозы, честно говоря, оказались не совсем подготовленными к решению подобных проблем. Конечно, с чисто бухгалтерских позиций такая бригада нерентабельна. Но это лишь подчеркивает другой, может быть, даже более важный аспект проблемы. Если бы экономика оказалась здесь на высоте, очень просто было бы объяснить тягу ребят к бригаде именно этим обстоятельствам. Сейчас дело другое. Рублем ничего не объяснишь. Увы, нет ни высоких заработков, ни безупречной организации дела. Так в чем же загадка живучести Эдельвейса? Коллектив, возможность полноценного общения. Вот в чем суть. И, очевидно, на таких началах придется строить здесь будущее. Разумеется, при этом все четыре ноги должны быть крепко подкованы экономикой. Ну вот и последняя часть нашего фильма. Без этого репортажа картина жизни сегодняшнего чабана будет неполной. Мы отправляемся на перекочевку зимнего степного пастбища Кенесанархай на летнее Джайло Сусамыр. Такой, или примерно такой дорогой, шел на Кокджай Ташин,
Сполна хлебнули ее Базылбек, Тарабек, чабаны, работающие на комплексе. Ждет она и ребята Дельвейса. Дорога на Сусамер. Эта долина тысячи родников лежит по ту сторону горного хребта, на солнечной стороне, и добывается как награда. Недели чабан проводит в седле, поднимаясь с Сатарой на перевал Тюяшу. Высота над уровнем моря 3200 метров. Июнь.